У каждого из нас в школе была учительница, которая в один прекрасный день почему-то решила покрасить волосы именно фиолетовый цвет. Ну что ж, давайте вместе вспомним школу. Здравствуйте, класс. Здравствуйте. Боже мой. Хулапова, ты что с собой сделала? А ну встань! А ну встань! Пусть весь класс видит! Выкрасилась мартышка! Хулапова! Хулапова, пойми ты! Нет в природе такого цвета волос! Вы закончили! Садись! Мария Анатольевна! Да, Велес, Мария Анатольевна! Да. Боже мой, Хулапова! Да я сама в шоке, мартышка! Что такое?